Добрый день, дорогие зрители и подписчики. Приветствую вас на канале компании ProgressAuto. Сегодня у нас субботка, очень маленькая, очень удобная и свежая. Собственно, видим ТКЦ-11, видим полный привод, видим регулируемую заднюю колею. Соответственно, можно ее что на один, что на полтора, грубо говоря, ряда раздвинуть. От 75 где-то она. По навеске у нас здесь две точки. Есть вот такая рама под козырек. Можно сделать его по традиции большой груза. Наработка 279 моточасов всего. Соответственно, все в очень хорошем состоянии. Посмотрите, то есть здесь гидроусилителя у нас нет. Тем не менее, одной рукой руль крутится без проблем на месте. Соответственно, рулевая. Здесь механизм есть рулевой вообще в отличном состоянии. К сожалению, нет реверса, но есть вот такая удобненькая коробочка. Соответственно, две передачи вперед, одна назад. По валоотбору мощности у нас передача здесь сразу же. И также пониженный повышенный ревер. Снизу у нас остался только кран гидравлики и, как и обычно, блокировка заднего моста. По фрезе все максимально просто, вверх-вниз. Регулируется, естественно, также удобненько под рукой. В остальном очень целенький и очень приличный тракторок. Все, естественно, работает, так как трактор совсем свежий. Выглядит он также весьма неплохо. Ну и, естественно, по косметике. По косметике все вообще прекрасно. Фреза. Метр у нас здесь, напомню, на двухточке по ножам. Смотрите состояние фрезы изнутри, кстати. Опять же, вообще без какой-либо коррозии и намека на нее. Все свеженькое. Ножи, остаток в районе 50% смело. Шины также по остатку вообще практически новые. Ну, опять же, 279 часов, видимо, не очень интенсивной эксплуатации трактор наработал, поэтому остался вообще в состоянии фактически новенького, но чуть подзапалившегося тракторочка. Вот, собственно, такая кубодка. Очень приятная в эксплуатации, очень приятная на поезде. Несмотря на то, что тракторок очень маленький, он очень комфортный, такое ощущение у него очень юркого и хорошего механизма. Поэтому будем рады вас приветствовать в компании ProgressAuto. Если вам нужен миниатюрный трактор, скажем так, для выполнения повседневных задач на небольших пространствах, то такая кубота с удовольствием вам поможет в том, что вы затеяли. Поэтому приезжайте, будем рады. Всего доброго.